Even when you feel low, you can still go. Even when you feel slow, you can still go. Привет, друзья! Сейчас пятница, вечер пятницы. Шаббат наступает. И время как раз отдыхать. Я приехал в Little Prague. В Жеке. Вы помните Жеку из моих прошлых видео. 18 числа было день рождения. Его, кстати, с днем рождения. И сегодня мы будем праздновать его день рождения. Посмотрим, как это будет, как пойдет, что происходит в Праге. Какие цены в Праге. Все, в принципе, как, я надеюсь, вы любите. Так что ставьте лайк заранее, не переключайтесь и подписывайтесь. Я сейчас в Батьяме, а вот вам море, бушующее. Кстати, сейчас довольно-таки много людей, именно на той стороне, там где находится Little Prague и ресторанчики. Потому что сейчас как бы наступает шаббат, и все вышли гулять, отдыхать. Вот. Я пока жду Женю, Ларису, Толика. Поснимаю вам красоты Батьяма. Сейчас очень ветрено и довольно-таки прохладно на улице. Вон я даже в курточке. Вот. С утра даже дождик срывался. Небольшой, конечно, так капал понемногу, но был дождик. И что интересно самое, что туч на небе не было. Была небольшая тучка, с которой и капал дождик. Вот. Вот, кстати, Little Prague. Вот она. Давайте сейчас к ней пойдем. Конечно же, пойдем по пешеходному переходу, чтобы не нарушать правила. Ветер прямо задувает такие. Смотрите, какая собачка здесь нарисована на мотоцикле. В начало шаббата и в шаббат везде парковки, которые платные изначально, они для всех машин бесплатны, потому все стоят и не боятся. Даже есть автомобили, которые заезжают на тротуары и оставляют так машины свои, потому что полиция не штрафует шаббат никого. Вон можно видеть по пальмам, как они развиваются от ветра. Открытая камера снимает вас! Привет, здорово! Мы сегодня будем сидеть на улице, на ладрыге. И кто во всем виноват? Вот этот вот человек, у которого день рождения был. Именинник виноват. Да ладно, какие были эти снегурочки? Какая ружа? Холодно наружу, а он нас наружу садит. Какой холод? Неженки. А где еще? Там, ну, там нет места. Там нет места. Просто можно просто подошел подписать. Ну да. Не, ну я просто не хочу прямо на проезжей части. Ну, да, так я иди, давай туда. Это... Ставьте на паузу и смотрите менюшку. А здесь на иврите. А мы пока перейдем на другой столик.
присвести цены, а потом уже, чтобы мы отдыхали. А что это пивное меню. Вот это. Это... Ставьте паузу и чекайте. Да, он не очень вкусный сейчас. Это было лет 5 назад. Нет, тут не было лет 5 назад. Нам нашли место в самом ресторане на баре. Сидим на самом баре, круто. Как весело. Здесь это маловато, но буду снимать то, что получится снять. Это просто головной боль делает, а помимо этого он ни чертей не делает. Так что, ну, хорошо. Я в целом просто говорю, что я могу выпить чуть больше, чем... Вот с тем я буду сегодня пить. Вот, с Ларисой я буду сегодня пить. Да, да. А камера это, чтобы запомнить? Да. Знаю, Лариса я... давно хотела со мной выпить. Вот мы наконец-то выпили. Наконец-то день настал. Ура! Мы и так чокнутые. Опа, за твое здоровье, Жека. За твой день рождения. Спасибо. Классное. Планч. Бочковое. Макс, ты можешь с собой у себя положить рядом? Да, ну хорошо, я заделался сегодня гардеробчиком. Хранители сумок. Да, хранители сумок. А мне где сидеть? И накрашенная страна. Что-то мне принесли. Я не знаю, еще не попробовала. Попробуйте. Да некогда, тут это съемки пошли. Пришли сюда бухать, а не заниматься. Тогда надо все делать, успевать. Потихоньку пища прибывает, это стейк по-черняховски. Да, со свининкой. Со свининкой, да. А вот это хочется сделать. Креветочки. А нам пока что только пюрешку принесли. Все. Как старичкам. Сказали, зубов у вас нету, кушайте пюрешку. Конечно, не знаю, как будет видно, но это рулька. Рулька с какой-то... травой, что ли? С травой? И там у Жеки тоже рулька. Не знаю, что это, я не вижу, просто темно. Давай. Рулька с травой. Эй, это что за рука? Вот что делает мне тут. Мы голодные! Вот что. Кто делает мне тут всякие эти... Пакости. Пакости, да. И Жека довольный, и себе доволен. Ну а как же, доволен будет. Ну так не его картошку едят, понятно, ну, довольный? Да. Понятно. Моему такому микрошуметову я первый раз буду пробовать соус табаско. Вот такой вот. Говорят, очень острый. Пеппер соус. Ирханис и Ол Табаско. Бренд. Угадайте, какой виски это. Даю спойлер, это мой любимый виски. Ваше здоровье. Ребята согласились со мной выпить. За Женю! Толя, давай. И заполировать стекло. Так, нам еще здесь вишню налили. Это вишня, это что? Это ликер, это виски? Это виски, это ликер, вишня? У меня здесь еще пиво осталось. Вишневка. Вишневка. Ликер на основе вишни. Вишневый ликер. Я перевожу все, что было сказано. Да, я слышу. Я за ним уже год передаю тебе. Аран. Я уже год за этим. Встретились почти семья.
Катя у нас из Беларуси, с Гомеля. Вот Ксения с Львова. Мужчина в шапке с Днепра. Нет, из Крыма, из Крыма. Из Крыма. О, Крым. Хайзер Крым. Да. Мужчина в баске. Не в Крыме, я прошу. Из Днепра. Из Крыма. Из Крыма. Мужчина из Днепра. Из Днепра, да. Из Днепра. Так, завершаю я это видео пробежкой. Вот. Полтора часа пробежка, а точнее час 25 минут. Сегодня меньше километров, чем я думал. Точнее, расстояние меньше. 13 километров 79 сотых. Я рассчитывал на 14,5. На километр меньше получилось. Жалко. Но бегал я, как всегда, по шабатам. Бериаков, Решен Лицион, Бериаков. И я хочу передать привет девушкам из Решен-Лициона. Спасибо за просмотр данного ролика. Если же ты еще не подписан, самое время подписаться, поставить лайк и наслаждаться моими роликами. Всем пока-пока.